Добрый день, друзья. 6 апреля 2021 год. Вот сезон открыли сбор березового сока. Вот это мешок 30 литров, да. Вот классная береза. Поставили вчера его где-то в 14:30. Вот сейчас 10:30. Вот прошло 20 часов. Вот за 20 часов набирается на хорошей березе вот 30 литров березового сока. Вот чистейший. Вот солнышко как играет. Поэтому, слава Богу, спасибо, мать природа, спасибо, березка. Именно сегодня не беспокойся, именно сегодня не сердись. С уважением относись к родителям, учителям и старшим. Честно зарабатывай на жизнь, с благодарностью относись ко всему живому. Господи, благодарю Тебя за то, что Ты учишь видеть Твоими глазами, слышать Твоими ушами, прикасаться Твоими руками, прощать Твоим сердцем, все больше любить Твои, Господи, в моем существе. Спасибо, природа. Дай Бог, чтобы эти витамины, эта сила пошла на добрые дела. Вот. Ну, получается, друзья, получается излишки уже, урожай хороший, только начали. Так, для себя собираем, для родителей, для внуков, для детей, заготовить чуть-чуть. Потому что витамины, это самые первые витамины, березовый сок, это самые первые витамины и убирает шлаки, накопленные за зиму. Вот, поэтому собирайте сами березовый сок. Ну, а у нас получается уже излишки, так что будем реализовывать. Это Уссурийский район, город Уссурийск, меня звать Владимир. Телефон +7 924 123 24 44. Телеграм, WhatsApp. Вот хорошее место, экологически чистое. Вот смотрите, сколько березок. Поэтому есть излишки. Вот, звоните, по цене договоримся. Возможно, самовывоз, возможно, вот, доставка. Это город Уссурийск. Звоните +7 924 123 24 44. Владимир. Все экологически чисто. Собирали для себя, но вот получаются излишки уже.